В столице Верхневолжья отремонтируют Тверской проспект. Работы будут проходить в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Планируется демонтировать рельсы, привести в порядок проезжую часть, тротуары, заменить опоры наружного освещения с установкой современных светодиодных светильников. Воздушные линии электропередач спрячут под землю. Управиться планируют в течение лета. Для транспорта разработают временную схему движения. При этом после окончания ремонта на Тверском проспекте будет разрешен левый поворот в сторону Старого моста на перекрестке с Советской улицей. Также прорабатывается возможность установки светофора на перекрестке с бульваром Радищева.